МОС «Облгосэкспертиза» выдала положительное заключение по проектно-сметной документации детского сада в Одинцовском округе. Одобрено строительство дошкольного учреждения на 330 мест в Кубинке. Примерно через год здесь появится современное здание с комфортными спальнями и залами, кабинетами для занятий. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, также проведут комплексное благоустройство и озеленение.